Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Duji S96 Pro выйти из режима фастбут, в случае, если вы зашли в этот режим намеренно, или же вы сделали это по чистой случайности, сейчас вообще понятия не имеете, как же выйти из этого режима. Ответ просто, не просто, прост. Вам просто нужно задержать кнопку включения примерно на 5-10 секунд, и после этого телефон будет перезапущен, как обычно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!